Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана. Сегодня у нас рубрика «Фаберлик без прикрас», а это значит, что впереди вас ждут самые честные и откровенные отзывы. Целый пакетик еще скопился пустых баночек, давайте по порядку. Ночные прокладки. Восторг. Я уже много раз вам говорила, и в прошлых пустых баночках часто они будут мелькать в заказах, потому что пользуюсь только ими. Да, и не собираюсь ни на что менять. Слава богу, они появились на складе. Артикул 112.95. Они большие. Там есть сзади крылышки еще у ночных. Вот они удовлетворяют абсолютно все потребности, кроме не очень липких крылышек, но я к этому приноровилась. Мне очень удобно. Они впитывают защиту от протекания. В общем, никаких нареканий. Дальше. Ватные палочки. Тоже забыла заказать в прошлый раз, и теперь пришлось купить их в магазине, и уже когда сравниваешь воочию, получается, что лучше их я тоже никогда не пробовала. Так, артикул у нас с вами 910-254. Они из бамбука, вот так открываются, это удобно. Наконечник хлопковый, вата намотана очень плотно, вата хлопок, да. Палочки сами твердые, в общем, одно удовольствие. Гель для душа. Из линейки Бонджорно, это у нас с вами Бразилия, и он пах кофе, да, и это действительно, девочки, кофе. В лучших традициях гели для душа с кофе ничуть не хуже, абсолютно и Фраше абсолютно не хуже. Классный аромат, кто уже попробовал и сравнивал с Фраше, напишите. Я знаю, многие девчонки брали и любили и Фраше гель с кофе. 13.28 артикул, 250 мл, буду обязательно повторять. Он великолепный. Так, по БАДам, Артро Форте. Допила одну баночку, пью сейчас вторую, артикул 157.91. И кто не знает, у меня перелом позвоночника, как бы был и ребер, серьезное такое ДТП. И спина болит постоянно, просто постоянно. Я спасаюсь там какими-то своими лайфхаками, средствами, да. И начала пить Артро Форте. И вот к концу первой баночки, даже не к концу первой баночки, через дней 10 я уже почувствовала эффект. Эффект реально почувствовала, гораздо легче стало спине, гораздо меньше на нее начала чувствоваться нагрузка. Я и крестюшку на руках периодически таскаю и так далее. Все мне нравится. Пью вторую банку, потом сделаю перерыв и буду, наверное, осенью еще пропивать. Так, закончился гель для подмывания с экстрактом череды алоэ вера Фаберлик Бэби. Используем всей семьей. Ну, девочки, да, 16.44. Мне нравится. Раньше любила Эксперт Фарма с красным крестиком. Это великолепные тоже подмывашки. Но теперь мы все пересели на детскую и как бы все комфортно, все супер. Вообще эту линейку обожаю, уважаю за ее прекрасные составы, за ее гипоаллергенность, за ее классную крутую одушку. Так, девчонки, теперь освежитель воздуха Биоси, который я повторю обязательно в следующем заказе, потому что все освежители позаканчивались, на который я вам снимала в Ютубе шотс, да, который пахнет как парфюм, который хочется на себе ощущать, на себе, не только в воздухе, вообще постоянно. Артикул 8006. Чувственное наслаждение. У меня крестюшка уже тут оторвала вот эту помпу. Он великолепный. У меня свекровь тоже в гостях была. Что это у тебя за такое чудо освежитель? Хочу такой вот. Я ей тоже заказывала. Вообще, присмотритесь. Это прям такой парфюм, летний, цветочный, классный. Ну, парфюм, даже не скажешь, что освежитель. Дальше, концентрированный гель для стирки белого белья, девчонки. Артикул 118.42. Я вам уже про него говорила, что, ну, не очень. Мне гораздо больше нравится в плане стирки белого белья и любого другого порошок наш концентрированный. Альпийские луга универсальные, да, морозная свежесть, вот что-то такое. Но сейчас повторила опять, потому что была цена на него гораздо дешевле, чем порошок, да. И... добавляю больше. Вот просто тупо добавляю больше, не как по инструкции, а больше. И тогда, да, я не скажу, что белые вещи прям выглядят какими-то кристальными. У меня абсолютно тот же эффект от порошка. Но так как он был дешевле, да, повторила именно вот этот гель. Заявленные свойства его как-то, ну, не знаю. В порошке все то же самое просто. Так, закончилась масочка Beauty Love гелевая. Экспресс-маска для лица, лифтинг и сияние. Артикул 10.44. Она великолепная. Вот она, да, она мне очень понравилась, девчонки, именно гелевая, на утро, весь следующий день, мне кажется, даже 2 дня после применения я на ночь делала, кожа выглядит потрясающе. Вот эта гелевая сама маска, там 2 слоя мы на лицо накладываем, и верхний слой потом снимаем, на лице остается сама гелевая маска. Кожа упругая, тон выровнен, она какая-то свежая, молодая, разглаженная. Вот собираетесь куда-то на мероприятие, вот эту маску могу смело рекомендовать. Жидкое мыло для рук, лаймовый сорбет, беру частенько, надо взять еще запасы, все позаканчивалось, 27.43 артикул, 500 мл, выходит бюджетно, руки мне не сушит, все отлично, покупаю, разливаю по баночкам старым, да, и все замечательно, действительно пахнет лаймом, свежий, классный зеленый аромат, люблю. Дальше. Закончился ультракондиционер для белья, защита цвета и волокон. Взяла попробовать, потому что не пробовала. Ну, знаете, больше, наверное, не повторю. Артикул 118.51.
все-таки самым мягким белье делает сенситив розовенький и детский. И детский. Хотя здесь одушка очень приятная, цветочная, достаточно ярко выраженная. Я люблю, когда кондиционером пахнет от белья. Но вот в плане мягкости есть Faberlic лучше, хотя тоже хороший, неплохой кондиционер. Так, дальше. Ньютоник. Жевательное дроже. Покупала Ксюша под конец как раз года. 157-32 артикул. Она его допила. Ну, что могу сказать? Здесь состав очень хороший. Здесь глицинчики есть, здесь комплекс витаминов. Как бы все отлично. Но во втором полугодии, когда мы его и пили, собственно говоря, у нее на поправку пошло дело с математикой. То есть до этого как-то было туго, а тут вот прям получше. Поэтому, в принципе, для поддержки мозгового штурма вот этот препарат, вот этот БАД, можно. Деткам как бы и самим можно. Так, еще один БАД у меня – Гепата Форта, мой любимый, девчонки, потому что пила его после операции, артикул 157-59, и после удаления желчного пузыря и за месяц анализы в норму вошли. Как бы пила в комплексе с другими БАДами, и сейчас вот решила повторить, был перерыв, сейчас решила повторить, потому что для тех, у кого есть проблемы с ЖКТ, прям очень-очень-очень рекомендую. Детский крем для мамы малыша с депантенолом, 16-45 артикул, тоже всегда в нашем доме. Подходит для атопиков, аллергиков. Хорошо снимает раздражение, покраснение, никаких нареканий, всегда есть в запасе. Для всей семьи и для Крестюшки в частности. Так, еще один вот как раз сенситив ультракондиционера для белья. Действительно очень круто смягчает. 118-56. У него очень нежная, приятная, деликатная одушка. Прям такая цветочная, с каким-то таким парфюмерным отголоском. Классная. Мне нравится, как после него ощущается белье. Оно действительно очень мягкое. Люблю с ним полотенчики, детскую одежду стирать. Он вот классный. Вот этот и еще детский, который такой в голубой упаковочке. Прям рекомендую попробовать, кто не пробовал. Так, дальше. Скраб для тела антицеллюлитный. Здесь уже стерлось все название. Из линейки «Эксперт». Надеюсь, артикул остался. Да, 12.37, здесь 150 мл. Его перевыпустили. Вот это вот еще, по-моему, старый. Не помню, какой я первый добила. Ну, в общем, новый, который перевыпустили, он стал гораздо гуще. Он действительно классный. Он действительно суперский. И очень приятно скрабировать. После него кожа мягкая-мягкая. Здесь много частичек. Он густой. Даже в первом исполнении он густой был, но во втором он вообще еще погуще. Так что, несмотря на то, что баночка маленькая, хватает его надолго. От него такой классный охлаждающий эффект. В общем, все супер, все отлично. Скраб рекомендую. У меня еще один есть в запасе. Кто не пробовал, обязательно хотя бы один раз попробуйте. Можно дождаться скидочек. Кофе «Добрый день» закончился. Артикул 160-49. Уже вам показывала, уже вам говорила, что после кофе Faberlic магазины пить уже не могу, потому что только этот бодрит, только этот достаточно терпкий, вкусный, хотя и с горчинкой, но я пью всегда с молоком. Кофе суперский, очень люблю. Цена не совсем на него бюджетная, но пить какую-то дешевую гадость я уже после такого кофе не могу. Так, закончился питательный шампунь для сухих и ломких волос «Ботаника». «Ботаника». К чему? «Морошка». Морошку вообще серию уважаю, много раз вам говорила, и посты на нее писала, артикул 0193. Здорово питал, здорово увлажнял. После морожки вообще все, что я пробовала, блеск классный. Ксюше эту линейку отдала, у нее волосы выглядят живыми, суперскими. Ну, вообще супер, вообще. Конечно, если они у вас сильно повреждены, возможно, вам будет маловато. Да, маловато питания. А в целом линейка вообще офигенная. Она часто бывает на скидках. Боюсь, как бы ее не разобрали, не вывели. Надо тоже в запасик взять для Ксюши и для себя. Так, Energy Boom BAD. Да, очень нравится, прям люблю я такие вещи. 157-27 артикул. Это энергетик. Это энергетик. В составе здесь у нас с вами кофеин, гуарана. Как бы энергетик, но вроде как более-менее безопасный. Я от него не наблюдала никакой ни тахикардии, ничего. Но я пила не по инструкции, у нас, по-моему, 3 порции в день. Я пила по одной штучке с утра. Иногда по 2, когда не выспишься. И прям вот класс. Мне хватало на весь день. Энерджайзер, все успеваешь, все супер, все классно. Присмотритесь. Да, кому надо, особенно у кого маленькие детки, кто не досыпает. Так, келп допила, водоросли, артикул 157-55. Не могу сказать, что что-то там со мной произошло, когда я пила. Есть такие БАДы, которые, ну, действуют только по анализам, там можно отследить или еще как-то. Но в целом состав офигенный, просто офигенный. Поэтому буду повторять, скорее всего, еще. Вообще, БАДы Faberlic я очень люблю, очень уважаю и знаю, что они работают. А батончик у меня здесь затесался, девчонки, с бананом. Сейчас кушаем их. На ПП. Так, артикул. По-моему, на батончиках артикула нет, если я не ошибаюсь, девочки. В общем, вот эти с бананом, они вкусненькие. Они прям вкусненькие, мне зашло. Хотя я не очень люблю вот такие вот шоколадки с бананом. Мне раньше не нравилось. Да, наверное, на упаковке только артикул. Здесь на самом пакетике не видела. Классный, это не чай Family Club. Классный, вкусный оказался на самом деле. Так, и что? И все, последний продукт. Это зубная паста.
С зубными пастами Faberlic я не подружилась, но вот эти не пробовала. И серии эксперт мне повышали чувствительность эмали. Но здесь все вышло, вы знаете, очень достойно. Причем брала ее рублей за 60, вообще копейки. Да, сейчас в магазине пасты гораздо дороже стоят, самые бюджетные. 22,45 артикул. Это у нас с вами для всей семьи. Ксюша ей тоже чистила. Тройное действие, пролонгированное действие, экстра свежесть. Слушайте, нормальная бюджетная паста. Вообще эмаль очищала хорошо. В течение дня налета у меня какого-то не возникало, да, после приема пищи даже. Поэтому почему бы нет, имеет место быть мятная, такая освежающая, хорошая, достойная бюджетная паста. Вот и все, мои хорошие. Вот такие пустые баночки на этот раз у меня были. Надеюсь, видео было вам понравилось, интересно и полезно. Если так, обязательно ставьте лайк, пишите свои комментарии. Всегда с нетерпением их жду. А ссылка для регистрации всегда под видео. Faberlic до сих пор новичкам дарит денежку. Проходите, регистрируйтесь, будем общаться. Все подскажу, помогу. Всех люблю, целую. Всем пока-пока. Мира и добра.